требованием прекратить репрессии в отношении граждан выступил оппозиционный блок. В заявлении, размещенном на официальном сайте, представители политсилы обращаются к дипломатам и международным организациям с призывом повлиять на украинскую власть, которая, по их мнению, цитирую, выступила против демократии и конституции. Конец цитаты. В заявлении подчеркивается, что празднование Дня Победы – неотъемлемое право граждан, безопасность которых обеспечивали правоохранители Днепра и ряда других городов, действовавшие в рамках закона. А массовое увольнение полицейских – это еще одно доказательство того, что генпрокурор, глава МВД и другие представители власти действуют в интересах радикалов. Так считают политики оппозиционного блока.